есть ВИП. Он будет спрятан на полигоне. Как только кто-то из вас подходит и просто прикасается к нему, это означает, что вы его взяли под свой контроль. Он начинает за вас отстреливаться и подчиняется всем командам, в том числе и сложным, в стиле лежать, грызть или отжиматься. Нет, нельзя. Специальным командам он не подчиняется. Значит, если рядом с ним в радиусе 5 метров не будет живого бойца одной из сторон, он уходит в вольное плавание. Куда и как, это как ему голову взбредет. То есть он куда-то будет ныть. Это после того, как его уже начали вести куда-то, да? Да, да, пока он сидит самостоятельно. Готовы, предохранители сняли. Твои на месте? Вы на улицу? 10. Я на второй, вторая лестница. 9. 2. 1. Старт! Мои слоны побежали, а твои? Боевые. Вот что, ты уверен, что боевые? А, нужен, нужен. Вас раз. Нет! Вам нужно нажимать. Один прошел вниз, пойдешь? Давай, пошли. Да. Нет, так ты лестницу кроешь. Он только вниз ушел один. Наших там нет. Там через дорогу в комнате. Желтый. Желтый. Давай их обойдем, может, садой на одну этажку по кругу. Кто-то может заглянуть за шкаф? Я просто не лезу туда. Шефа нету. Не, мне кажется, сидит в другом здании вообще. Ну, хрена знает. Нам надо его взять и привезти к тебе на мержах, да? Да. Он может сидеть где угодно, не думаю, что он сидит там же, где он в прошлый раз сидел в вентиляции. Давайте, может, сюда обойдем. Да, я же так и хочу обойти. Да, давай. Что там? Что-то постреливают? Дым. Видишь, его спиной стоит? Не пали, не пали. Он не обернулся. Давай тихонько. По этой стороне.
Мертв. Чувак, я, конечно, все понимаю. Есть, есть ноги. Идем вниз. Ты что, ты не убит до сих пор? Три выстрела в упор, и ты не убит, братейка? Один сидит в тёмке, который я самый больше люблю. В кругу, да? Вот. На тёмку у меня есть растяжка.
Я знаю, куда ее пихнуть, чтобы сдетонировалось все. Вот. У меня есть одна гранатка. Ваша задача сейчас самая основная. Когда я буду пролазить, зажмите вход. С той стороны? Нет, вот этот. Вход надо зажать. Ага. Чтобы, блядь, они, сука, не высунулись, меня не били, пока я проходил. Давай их встретим, они сейчас, наверное, будут перебегать. Блин. Ну да. Вон сверху. Что, нету его тут? Тебя тут нету? Он когда-то залазил сюда. Я тоже не хочу. Липа, нашли? Наш вип неуловимый. Где? Да где-то там. Да. Пошли искать. Пошли. Сейчас. Блин. Это наш, это боксер. Сиди, бля, кому же. Ёпте. Когда я, блядь, принесу, блядь, отвечай, бля. Я хотел, говорю, бля, а там тоже свои сказал. Свои, блядь. Свои? Нету, нет. Надо еще раз комнаты сверить, вот эти все. А, вот эта комната, кстати. Тут же комната есть. Прикрывай. А, ты смотрел тут? Шеф, ты тут? А ну признавайся. Видимо, они тут. Что, мы уходим? Уходим по чуть-чуть. Здесь его нет, нечего тут торчать, значит. Здесь? Не знаю. Проверим. Шеф, ты тут, блядь? Стопудово тут. А ну вылазь. Ну полазай. Нашли. Нашли? Нет, вылазь. Вылазь, хуже будет. Шеф, вылазь нормально. Шеф. Нашли же, бля. Бля. Не знаю. Вроде не видно. Так и что, он уже отвечал вроде оттуда. Да это я. Вместо него. Тут смотрели наверху? Вот тут. А, смотрите, да? Да. Ты будешь на ту сторону? Второй этаж вентиляции ты смотришь? Вот там в углу, которая на втором, просто на втором этаже, понял? Да. На втором этаже, вот тут вот. А, тут? А, да, понял, понял. Возьми кого-то с тобой. Ага. Окей. Знаешь, что по второму этаже? А? Ты знаешь, что по второму этаже? Что там? Нет. Ну, там свои, не свои. Ой, не там, знаю. Давай так. Свет. Желтый. Что, был или нет? Нет. Слушай, где шеф сел, мне интересно. Мы там вас бежали. Прошу, где? Я очень внимательный. Где? Я целый.
Вы там стояли, пиздели. А где ты был? Где это? Лестница, и вот... Смотри, лестница, выходишь направо в зал, тут есть слева подожди. Вот, я понял где, Там где я говорил открыть дверь, помнишь? Нет. Все, конец же, да? Да. А? По сути, по очкам-то мы вжали их хорошо. Но... Блядь, как мы так просрали его, я не знаю. Не, малой молодец, хорошо, заныкался. Сидел, не отсвечивал, прикидывался ветошью.